Сейчас почти самый большой прилив. И вот видно, насколько вода уже сюда выходит. И видите, с этой стороны вон видно, солнце отражается в окнах. То есть оно с другой стороны. И вот гондольер закрывает ее на ночь. Работа закончилась. Я удивлен, что она так сильно трется об деревяшки. То есть ее поверхность, видите, полированная. И в этом месте она будет тереться и будет ломаться. Но похоже, там металлическая... забыл, как называется. В общем, край. И этот край будет защищать вовсю. А вот туда теоретически можно зайти на яхте. Вон, видите, куча-куча мачт. Там марина на воде. И, наверное, на время можно и здесь якорь где-то кинуть. Вот, место, конечно, обалденное. Это фактически основной въезд, вход в Венецию. Каждый закат, наверное, разное будет небо. Сегодня вот в таком ракурсе. То есть очень-очень завораживающе. Очень завораживающе. Вода не пахнет морскими делами никакими. То есть, хотя вот мы явно видим какие-то водоросли, но почему-то запаха нету. Запаха нету йода или морских продуктов. Вот такая вот красотища у нас, ребятки. Сейчас уже будет темнеть. И пока будем искать какое-нибудь местечко перекусить. Вот галочка записывает тоже Любу. Сэп рядышком с Катей фотографируется. Очень красиво. Сейчас я перелазил через вон те лужи. И все смеялись, что я засучивал свои брюки и снимал обувь, и ходил босиком. Они говорили, наверное, очень дорогие сланцы. В общем, смешно было. Ладно, всем пока. Счастливо.